Полицейские задержали подозреваемых в налете на 4 салона сотовой связи. Всего парни могли похитить более 100 телефонов на общую сумму более 900 тысяч рублей. Это кадры с камеры наблюдения одного из салонов города. На них видно, как трое парней забегают в магазин, разбивают витрину и начинают складывать смартфоны в сумку. После этого удаляются. Но позже молодых людей все же задержали. Сейчас они подозреваются в совершении 4 грабежей и 1 разбойного нападения на салоны сотовой связи. По всем фактам в отделах полиции управления МВД России по городу Челябинску возбуждены уголовные дела. Сейчас полицейским установлено, что молодые люди подозреваются в похищении более 100 сотовых телефонов из 5 салонов связи на сумму свыше 900 тысяч рублей. В отношении всех подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Часть похищенного имущества изъята.